Заявление властей Армении о пленных может стать причиной того, что последние больше не захотят возвращаться в Армению из Баку. Об этом, как передает Айсорам, заявила член фракции Армения Репсим Истамбулян. Власти сначала героизировали пленных, не глядя на обстоятельства, при которых они были взяты в плен. А теперь полностью превратили их в антигероев. Заявила Стамбулян на встрече с журналистами в Национальном собрании. Депутат утверждает, что власти не думают о том, что будет потом. Это, к сожалению, приведет к тому, что наши мальчики могут отказаться вернуться в Армению и попросить отправить их в третью страну. Подытожила депутат фракции Армения. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.